Друзья, всем привет! Наверняка каждый когда-то готовил яичницу к глазуни. Скажите, вы умеете делать это правильно? Я, например, да. Сегодня я покажу, как сделать потрясающе вкусную яичницу глазунью по рецепту из кулинарного журнала. Обязательно посмотрите это видео, потому что вам может показаться, что яичницу глазунью вы умеете готовить, а на самом деле там есть небольшие секретики, вы будете их знать, и яичница глазунью у вас будет получаться еще вкуснее, чем сейчас. Ну что, приступим? Берем 2 куриных яйца, желательно отборного сорта, и разбиваем их в миску. Важно, мы разбиваем яйца не в сковородку, а в отдельную мисочку. Это делаем для того, чтобы у нас сохранился желток. Потому что глазунья без целых желтков не получится. Затем аккуратно солим белки. Внимание, желтки солить пока не нужно. На среднем огне разогреваем сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Важно масло использовать именно сливочное, а не растительное. Так будет намного вкуснее. Когда масло хорошо растопится и начнет шипеть, аккуратно выливаем из мисочки яйца. Убавляем огонь, если он у вас был сильный. Огонь должен быть средний. И готовим ровно 5 минут. Крышкой не накрываем и ничего не перемешиваем. Лопаточкой аккуратно отделяем яйца друг от друга и также аккуратно, чтобы желток не повредился, перекладываем в тарелочку. И теперь уже в тарелке мы солим желтки. Да, и если хотите, их, конечно же, можно поперчить. Будет еще вкуснее. Макаем хлебушек и наслаждаемся. Желаю вам очень вкусных завтраков. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.